Пришли в Парму, наш любимый ресторан. Заказали печень, паприку, вот она. А, что еще? Печень и кромпер саурный, БСМ всегда есть для нас. Ну, это наш любимый официант. Как узови вас, извините? Борис. Борис просто супер. Угадывает наши желания буквально с одного взгляда. А это мама. Борис, а где наши ражничи? Где ражничи? Здорово. Чекому. Мне в Парме очень нравится. Мы ходим сюда каждый день, на обед или на ужин, или и на обед, и на ужин. Рядом с домом всегда свежая еда, детям нравится, и собаки. В общем, Парма.